If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Всем привет, с вами Маусикс, и сегодня мы обозреваем такую замечательную игру, как Farming Simulator 15. Ну что же, начнем. Так, начать, чуть-чуть свободно, низко, выбираем Бьёрнхольм, самую первую карту. Начать. Здесь довольно долгая загрузка, поэтому не будем ждать. Итак, выскочила табличка «Начать». Ну что же, начнем. Так, нам не нужен ознакомительный тур, я играл в нее, поэтому знаю примерно, что делать. Здесь очень много родов деятельности, по которым мы сможем развиваться. Здесь это не представлено в виде веток, как в World of Tanks, то есть посмотрим на магазин этой игры. То есть вот, здесь есть только разновидности техники, которые в будущем нам понадобятся. Ну, допустим, в новой версии, в последней, в 15-й, добавили технику для лесозаготовок. Давайте вот просто даже посмотрим, сколько здесь, пусть даже тракторов. Смотрите, это же огромное количество. Ну, за это огромное спасибо разработчикам. Тут, ну, по сути, в игре нужно абсолютно все. Ну, здесь можно выращивать животных, лес, короче, растить, ну, заниматься посевом культур зерновых, незерновых, короче, заготовкой сена. Кстати, здесь сено, силос и солома, если их, короче, в корм смешать там с помощью одного приспособления, эта вся фигня будет давать животным огромный ап, ну, то есть огромный ап производительности, на чем мы сможем заработать кучу бабла. Ну, в игре много плюшек, можно перемещаться между техникой и через таб. То есть вот, есть работники, которые будут работать за нас. Так, давайте прицепим. И вот он сам пашет, я могу даже выйти. Ну, естественно, за это снимается бабло, но в малых количествах, потому что играем на легком. Ну и что же, пускай он пашет. Ну и что же, я показал вам основы игры, ждите дополнительных видео, где я буду обозревать эту игру по сферам деятельности и постепенно даже прокачиваться, сделаем что-то вроде летсплея. Ну что же, с вами был Маусикс, всем пока, оценивайте, комментируйте, подписывайтесь.